хруст здесь все зачистил. Так что я не знаю, для чего они решили отправить сюда тамплиера. Но я намерен это узнать и упустить шанс представить тебе команде? Вот еще. Могли просто сказать мне, что встречаемся здесь. Я ведь была через границу отсюда, когда вы отправили за мной Соупа. Полагаю, сказать тебе нечего, Мейс. Я слегка не в курсе дел, Прайс. Не нравится мне идти на дело с тем, кого приходится вести в оковах. Я ненавижу этого лягушатника побольше твоего. Если тамплиер здесь, я с радостью убью всех, кого нужно. Мне больше интересует, что ты знаешь об этом комплексе. Поэтому ты идешь первым. Чудесно. Прикрывайте меня. Чисто. Может, твои данные хрень? Нам редко так везет. Что-то тут не то. Согласна. Рассредоточиться. Держим связь. Нашли что-нибудь? Прием. Тихо, думаю. Вниз! Тамплиер! Вали его! Привет! Я ожидала большего. Ты? Да. Я? Черт! Предатель! Я разочарован. Ну давай! Не знаю, чего вы ждете. Жду, что ты заговоришь. Знаешь? Твой коллега Менендес был весьма рад этой возможности. Я не Рауль, и мне нечего вам сказать. Так или иначе, я тут не задержусь. Ты правда думаешь, что кто-то тебя вытащит? Что ж, надейся. Думаешь, за нами могли следить? Нет, Хидора чист, а мы были начеку. Если нас нашли, это значит, что кто-то нас выдал. Вопрос простой. Пять рыцарей. Кто это? И это ваш вопрос? Мы поймали троих из вас. Мы знаем, кто четвертый. А вот кто пятый, пока нет. И не узнаете. Вечно прятаться он не сможет. Рано или поздно ему придется выйти из тени. Вероятно, вам следует побеспокоиться о своих друзьях в Техасе. Похоже, ты ударила ее слишком сильно. Я бы подумал, что это у американцев были бы трезвые головы. Она не американка, и я тоже нет, лягушка. Для меня нет никакой разницы. Думаю, она не без сознания. Кажется, она... очнулась. Как ты смеешь? Что, неприятно? А то... похоже, у великого тамплиера есть слабое место. Следи за языком, усатый. Хватит. Они нам еще нужны. Дамы и тамплиер смогут воссоединиться чуть позже. Ты его знаешь? Габриэл Рорк. Мы же старые друзья. Правда, Прайс? Теперь ты работаешь на врага,
Мейс. Враг моего врага, мой друг. Ты просто хочешь всегда побеждать. Вот только в этот раз ты выбрал неправильно. У нас все готово. От Прайса так и ничего и не было слышно. Плохо. Да, плохо. Кажется, мы отправили их в ловушку. Собираетесь доложить Шепарду? Поглядим, как он. Готов. А Райли всегда готов. Не правда ли? Нас еще не видели. Готовимся. Нам пора. Мы его вытащим. Все закончится не так, как ты думаешь. Какого? Похоже, это не я заблуждаюсь относительно исхода. На нас напали. Как они нас нашли? И почему радар их не увидел? Вперед, вперед! Боже мой! Это что, пираты? Полагаю, это посланники пяти рыцарей. Где он? Они пришли за нами. Ублюдок. Нас слишком мало, а их слишком много. Отзывай своих людей. Нет. Соуп. Волк? Лучший из моих детей. Я тебе не забыла. Черт! Я знаю, что ты там. Я найду тебя, где бы ты ни был. Не волнуйся. Я и не прячусь. Разделяй и властвуй. Мы хотели разделить силы. Мы уже нашли Шепарда. Осталось только Адлера. И вы расскажете мне, где он. Достала меня вся эта хрень с пятью рыцарями. Я тебя не виню. Мне вообще ничего не известно о рыцарях. И мне плевать. Главное, что денежки текут. О чем ты? Черт побери. Говоришь, у меня свои цели, Прайс, и если работа с пятью рыцарями приблизит их воплощение, так тому и быть. Тогда к чему это все? То есть, ты просто выполняешь приказы? Рорк, да ты марионетка. Как я сказал, пока текут деньги, какая мне разница? Предатель! Я убью тебя голыми руками. Я тоже. Не могу освободиться. Не волнуйся. Сейчас. Мейс, в сторону. Хватит. С меня хватит игр. Где Адлер? Я прям тут. Не знал, что тебе так хочется умереть, Адлер. Сам сюда пришел? Черт! Если б я знал, что ты появишься. Не волнуйся, Рорк. Я здесь не один. Да неужто? Хм. Со мной тут старый друг. Быть не может! Я так и знал. Как я и говорил, призраки не умирают.